Друзья, здравствуйте! Для того, чтобы быть успешным на рынке, необходимо совершать определенные шаги. Успех – это работа. Это то, что на голову не сваливается просто так. Может быть, хит какой-то вашей деятельности, но к этому хиту мы идем, работая. Что же мы должны делать, чтобы быть успешными? Мы должны быть здесь и сейчас. Мы должны смотреть в глаза реальности. То есть у нас есть рынок, у нас есть конкуренты, у нас есть цены, у нас есть технологии. Вот мы должны понимать, смотреть в реальность. Много конкурентов. Мы должны искать либо новую нишу, либо находить конкурентное преимущество и работать с этим. Новая технология конкурента. Мы должны с этим работать. Не работаем с реальностью. Мы уходим с рынка. А дальше второй шаг. Мы должны определить стратегию. Стратегия – наш план, куда мы двигаемся, да, вот что мы хотим, и как мы это достигаем. Наша бизнес-модель, она в нашей стратегии. Далее мы должны нанять правильных людей. Люди, которые не работают с нами, которые не работают так, как мы хотим, прощаются с нами, да, то есть понимание правильности людей, оно, конечно, бывает у всех разное, да, вот что такое правильный работник, что такое правильный человек, который со мной работает. Но если нам некомфортно работать, и человек не хочет работать в нашей компании, то мы должны с ним прощаться. Нанимаем правильных людей. А дальше мы должны заниматься маркетингом, да, то есть никуда мы сегодня не можем без продвижения, мы должны понимать нашу целевую аудиторию. Не создавать продукт, а потом продавать его целевой аудитории, а смотреть, что целевая аудитория хочет, и создавать под эти запросы целевой продукт. Да? Иначе продвижение становится все более масштабным, все более затратным, и, соответственно, мы будем себя продавать, да? А не покупатель будет искать нас. Далее, пятый шаг. Мы должны использовать новейшие технологии для того, чтобы успевать во времени. Да, вот технологии позволяют идти быстро. Нет технологии, наша компания движется медленно, теряет долю рынка, теряет покупателей, а конкуренты все более атакуют. Вот новейшая технология может быть как конкурентным преимуществом, так и нашей скоростью. Поэтому используем новые технологии, наш пятый шаг. Работаем с культурой. Мы говорили о том, что нанимать правильных людей, и вот получить от них продуктивность, получить от них максимальный результат или требуемый результат мы можем через культуру. Поэтому работать с культурой, создавать комфортную среду для наших работников, да, вот шестой шаг, который позволяет быть успешным на рынке. И седьмой наш шаг, важный, как и все предыдущие, это улучшать операционную деятельность. Операционная эффективность является базисом, да, который создает наш денежный поток. Вот деньги, которые приходят нам, это наша операционная эффективность, зависит от нашей операционной эффективности. Цены, затраты, как мы с ними работаем, как мы работаем с нашими поставщиками, как мы работаем с нашим производственным процессом, как мы работаем с нашей дисциплиной, как мы работаем с системой точно вовремя, если мы используем just-in-time, да, или же мы работаем по другим системам, но в любом случае это минимизация, минимаксный метод, да, минимизируем затраты, максимизируем результат. И таким образом улучшаем нашу операционную деятельность. Вот такие 7 шагов, они позволяют достигнуть успеха на рынке, когда мы идем этими шагами параллельно, одновременно, постепенно создаем и, соответственно, дальше достигая успеха на рынке. Реализуем. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!